Однажды вечером, как обычно, прогуливаясь по Новиграду, я вышел на берег покормить птичек, посмотреть траву и камни. Я случайно заметил на карте восклицательный знак. Вон он. Думаю, что это за восклицательный знак такой? Пойду посмотрю. Это уже после прохождения всего, всей игры. Все квесты пройдены, все выполнены, ну основные, дополнительные только остались, винты, всякие скачки. Вот, и тут стоит, значит, Вивьен, где-то мы ее видели. Это Искусет, которая превращалась в птичку. Вивьена, здравствуй. Ведьмак, рада тебя видеть. Как самочувствие? Рецидивов не было? Нет, чувствую себя отлично. Ты не представляешь себе, какое это облегчение. В Понт-Ванисе я до поздней ночи смотрела представление под открытым небом. И не надо было убегать после захода солнца. Еще я была на балу у баронессы Корделии, танцевала до утра. Что ты делаешь в Новиграде? Наслаждаюсь. Я осмотрела уже весь город. Теперь ищу корабль на Скеллике. Там, правда, есть прекрасные летающие сирены и горы, которые растут прямо из моря. Я просто сгораю от желания все это увидеть. Да, правда. Только с сиренами осторожней. Они прекрасны, но не слишком дружелюбны. Я буду осторожна. Прощай, Геральт. И последнее. Вот, возьми, пожалуйста. Сначала я хотела оставить это на память, но что-то мне не хочется вспоминать о том времени. Ты примешь мой дар? Да, спасибо, и береги себя. Вот, целых два опыта мы дали. С Вивьеной и рыцарем тем вариант у нас был, когда они были не вместе, а по отдельности. Ну, то есть я сам с ней разбирался, мне не помогал этот товарищ, тот блондин. Вот и все. Пошел я дальше рассматривать камни.